for the USD account. Меня зовут Джасур, Джасур Мавлянов. Я из Узбекистана, из города Наваи. Близко к 10 лет я уже живу, работаю в Китае. И здесь тоже, в Китае, в городе Ухань. Я учился в международной праве и получил магистерскую степень. После окончания учебы здесь остались. Человек, если начинает бизнес, может видеть многое, чем в других странах. Потому что здесь много стартапов вообще-то, много идей. Я сам, когда начал компанию здесь, начал внутри инкубатора. И они мне как бы бесплатно помогли на все. И я очень благодарен китайскому государству за это. И за короткое время они научили нас, как развивать бизнес, как это делается. Говоря об шанхайском духе, я должен сказать, что один принцип, который я очень люблю, это принцип решения вопросов через дискуссии, через консультации. Потому что в торговых отношениях и в политических отношениях именно сейчас это очень важно, что страны понимали друг друга. Я так думаю, дискуссия может решать любые вопросы. Ну, организация ШОС это как бы создает такую атмосферу. И я думаю, в будущем в других тоже международных организациях это будет как бы центральный принцип.